Приветствую, друзья. Я очень благодарю всех, кто участников вчерашнего вебинара, но имеется в виду сегодняшнего, который только что недавно закончился. Ну вот я хочу сказать, для тех, которого не было у нас на вебинаре, но самое интересное, те, которые дослушали теорию, потом дослушали практики, потом, наконец, в подарок, как у нас принято, мы всегда на нашей школе «Человек будущего Homo Futurus» двоечника условного предлагаем выйти, у которого что-то не получалось, который в каком-то диком напряжении, который не понимает, о чем вообще речь идет, потому что он не слышит, потому что человек, который в диком напряжении, не может слышать. Его все раздражает, потому что его организм борется с этим напряжением. Он пытается восстановиться. Как он может слышать в этот момент? Конечно, ты ему будешь 3 часа теории рассказывать, конечно, он не слышит, потому что ему надо снять напряжение. И вот последний аккорд, а там же много людей было, очень много, и поэтому этого последнего человека, который все-таки досмотрел, дослушал, приглашаем в Zoom, чтобы он вышел, и он действительно напряженный. Я его спрашиваю, что вы чувствуете на шкале стресса? Он говорит, 10. Да, ну понятно, почему он ничего не слышит. Значит, короче говоря, по новым принципам, по новым правилам, по критерию максимальной простоты и комфортности, вместо принципа обучения на основе повторения, новый принцип, дополнительный к тому, принцип подбора путем перебора по критерию максимального соответствия индивидуального. Ну и он делает упражнение, и прямо на глазах меняется человек. У него, если было на шкале 10, стало вот столько, он показал. И говорит, да, получается, все получается. Сел и комфорт. Вот, друзья, новые подходы к здоровью, сбережению, к обучению, к тренировке, к восстановлению помогают так быстро все делать. Поэтому я очень рад за то, что у нас вебинар прошел, за то, что мы там решили не ждать много дней до следующего вебинара, а сделать его очень быстро, буквально через неделю, потому что нужно людям. Нужно людям. Я, конечно, поэтому доволен, и поэтому я, поскольку читаю сейчас в личке благодарности, что вебинар был огонь, вебинар был отличный, очень благодарен. Ну, в общем, вы, пожалуйста, пишите эти не в личку ко мне вот сюда, а вот под этот ролик, который я сейчас выставлю, вот этот записываю, там пишите, пожалуйста, свои комменты, чтобы всем было понятно, что у нас было. Да. И там я сказал, что вообще-то, по моим прогнозам, да, в конце сентября, во второй половине, в целом будет погода меняться в лучшем направлении, в лучшую сторону. Я имею в виду по планете в целом. А поэтому вы пользуйтесь приемами ключа, чтобы этого достигать быстрее, проще и комфортнее для себя в любых условиях, в любое время и в любом месте. Независимо от того, сбудутся прогнозы какие-то или не сбудутся, потому что наша школа «Человек будущего Homo Futurus» работает для того, чтобы мы все учились работать с неизвестностью, с неопределенностью. До встречи, друзья!